Как рассказали очевидцы порталу «Блокнот Краснодар», водитель на «Ауди» выехал на встречную полосу. В это время по дороге мчался самосвал. Машины столкнулись. Мощный удар пришелся на левую переднюю часть легковушки. Видно, что у немецкого автомобиля отвалилось колесо, сильно повреждена металлическая конструкция. У самосвала порвано колесо и немного помят бак. Погибших нет.